Артур Гадзаумов, 8 лет, город Москва. Хороший, активный, умный. Я хочу стать профессиональным футболистом, потому что я хочу много зарабатывать денег. Моя мама говорит, я очень хорошо принимаю языки и хорошо могу их за год выучить. Мой главный недостаток, что я стою либо сижу, я все время там что-то вот так вот болтаюсь, не могу на месте стоять или сидеть. Мое самое заветное желание, чтобы сделали лекарство, от которого никогда не умрешь. Потому что, ты живешь на себе, а когда умрешь, все, ничего не будет. Хороший, потому что, очень умный. Я всегда рад помочь кому-нибудь. Плохой, то, что иногда, почти всегда кривляюсь. Можно сказать так, я всегда счастливый. Я всегда счастливый.